Игорь Левитин передал главе государства приветствие президента России Владимира Путина. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие и передал свои приветствия президенту России. На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российских двусторонних отношений, в том числе экономических связей, отмечена важность совместной работы в транспортной и инфраструктурной сферах. В ходе беседы были обсуждены транспортные, транзитные и логистические вопросы в двусторонней и региональной плоскости, в том числе вопросы, связанные с расширением возможностей транспортного коридора «Север-Юг» и Зангезурским коридором.